Всем привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию доступный видеорегистратор зеркала с камерой заднего вида, который станет отличным помощником для любого автовладельца. Встречайте, перед вами SlimTech Dual M7. Благодаря своей недорогой цене и хорошему функционалу, устройство сумеет привлечь внимание покупателей. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте Мегаобзор.ком, в текстовой части обзора. Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее: видеорегистратор зеркала, камера заднего вида, адаптер питания от прикуривателя, кабель USB, комплект резиновых держателей и документация. Стильный и минималистичный дизайн SlimTech Dual M7 сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Данное устройство позволяет существенно увеличить обзор для водителя, в отличие от штатного зеркала заднего вида. Корпус выполнен из пластика. Качество сборки материалов у нас никаких нареканий не появилось. На лицевой части зеркала видеорегистратора разместился большой 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 480. Экран сенсорный, что существенно упрощает работу с видеорегистратором. Функциональная кнопка управления здесь одна, и она разместилась на нижней грани устройства. Кнопка включения-выключения экрана. На тыльной части корпуса с краю расположен поворотный объектив камеры. Для того, чтобы не повредить штатное зеркало автомобиля, разработчики предусмотрели специальные мягкие вставки. Здесь же находится кнопка Reset и крючки для резиновых держателей. Сверху выведены основные разъемы для подключения камеры заднего вида и мини-USB. Здесь же находится слот для карты памяти microSD. Поддерживаются карты до 32 гигабайт. Камера заднего вида получила класс влагозащиты IP67, что позволяет устанавливать ее не только в салоне, но и снаружи автомобиля. Во втором случае, для работы парковочного режима, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам правильно подключить дополнительную камеру, чтобы данный режим включался лишь после переключения селектора передач на задний ход. Простое и интуитивно понятное меню видеорегистратора позволяет разобраться в настройке устройства даже самым неопытным пользователям. Дается возможность включить либо отключить штампы времени, даты, государственный номер автомобиля и многое другое. Для тех, кто активно ездит по трассе, предусмотрена функция контроля полосы движения LDWS. На основной экран выводятся картинки с обеих камер, и даже есть возможность, к примеру, выставить лишь основную либо камеру заднего вида. Яркости дисплея более чем достаточно. Пользователи могут установить автоматическое отключение экрана, чтобы не отвлекать водителя. Мощная начинка устройства позволяет работать видеорегистратору без всяких сбоев и зависаний. Производитель использовал процессор GL560. Благодаря наличию встроенного аккумулятора на 800 мАч, пользователи могут выставить функцию записи по датчику движения. Угол обзора основной и камеры заднего вида составляет 150 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы не упустить ни один важный момент вашей поездки. Основная камера записывает видео в разрешении Full HD. Качество записи неплохое. Камера заднего вида записывает видео в разрешении HD. Видео сохраняется в формате MOV. С примерами записи вы можете ознакомиться на нашем сайте megaobzor.com в текстовой части обзора. Подводя итоги по автомобильному видеорегистратору зеркала SlimTech Dual M7, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник для автовладельца, позволяющий не только записывать видео в высоком разрешении Full HD, но и обзавестись парковочной камерой. Стильный дизайн, неплохая начинка, отличный функционал, качественный материал и сборка, доступная цена. Все это, несомненно, сумеет привлечь внимание покупателей. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.